Экскурсия не по музею, а по хранилищу для тел. Мобильный холодильник для пациентов, умерших от коронавируса, рядом с 11-й больницей. Рассчитан на 27 мест. Быстрый монтаж, температурный режим 2 градуса. Можно работать. Родственники усопших, естественно, боятся заразиться и не торопятся забирать с патанатомии их тела. Забирают в день похорон. Это создает, в общем-то, ненужную пробку. Тела с ковидом нужно обязательно вскрывать, а смертность от этого вируса сейчас высока. Если до пандемии патологоанатомы вскрывали в месяц минимум 90 тел, то теперь нагрузка выросла. Если посчитать за целиком октябрь, то 260. Если посчитать по городу Барнаулу, то 1100 за один месяц. Кстати, на шум, исходящий от контейнера, уже жалуются жильцы близлежащих домов. На следующей неделе, обещают медики, холодильник оборудуют изолирующим пенопластом, чтобы местные жители спали спокойно. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.